Итак, всем привет, уважаемые други мои. Сегодня я купил на Авито за 300 рублей вот такой вот сканер Bang 5560B. Такой вот замечательный сканер 2006 года выпуска. Летом он был выпущен, в июле, по-моему, или в июне. Вот такой вот сканер. Сейчас я его включу и продемонстрирую вам, как он работает. Вот сейчас я вам его открою. Вот. Вот он сейчас пока выключен. Вот вы видите, да? Вот сейчас он выключен. Сейчас я его включаю. Вот. Включил я его. Вот видите, у него тут загорелось. Вот видите, мигает тут. Вот, вот тут вот мигает. Светодиод мигает. Так, значит, что-то он перестал мигать. Сейчас закрою крышку. Так, и сейчас я вам продемонстрирую, как он работает, этот сканер. Вот. Вот он заработал. Так, сейчас я его включаю. Так, и сейчас он будет сканировать. Сейчас он начнет сканировать. Вот видите, он загорелся, да? Загорелось тут вот. Вот видно, что загорелось. Сейчас он заработает. Вот, заработал. Пошла вот эта вот фигня. Вот, вот он так сканирует. Так он сканирует предварительное сканирование. То есть за 300 рублей... Я вот такой вот сканер великолепный купил. Сейчас сканеры стоят где-то от 10 тысяч до 12 среднего такого формата сканера, вот формата А4. Стоят они приблизительно до 12 тысяч. Так что вот такой вот сканер хороший. Так, сейчас я опущу крышку. Опущу крышку. Ну, вы, короче, поняли, что это рабочий сканер. Вот я вам все показал. Вот тут написано сканер 5560B. Bang. Модель довольно новая. Ей всего-навсего 18 лет. С 2006 года прошло 18 лет. У меня точно такой же сканер есть, только не 5560, а 3300, тоже Bang сканер, тоже такой же внешний вид, только бежевый, такой светло-бежевый, как вот эта вот розетка. Так что вот такой вот сканер у меня есть, точно такой же. Его я убрал, а поставил сейчас вот этот вот сканер. Так, вот такие дела. Ставьте ваш королевский лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем счастливо, всем гудбай. Сегодня я вам рассказал о покупке нового сканера всего-навсего за 300 рублей. Хотя он стоит 10 тысяч сейчас новый в магазине. Всем пока. До новых встреч на моем канале. Покедово.